Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить об аллигаторе, которого нашли в штате Джорджия. Смельчакам удалось поймать огромного аллигатора, который забрел воросительную канаву округа Самптел. Длина существа перевалила за 4 метра, а его вес за 340 килограмм. Многим людям кажется, что они живут в безопасности, однако на самом деле, поверьте, на каждом углу имеются те или иные риски. В штате Джорджия, например, имеется риск повстречаться с таким гигантом. Эти существа на протяжении тысячелетия живут по соседству с людьми. Они будут существовать и дальше. По мнению биологов, возраст аллигатора составляет не менее 50 лет. Гигант пробыл в воросительной системе примерно неделю, что нетипично для данных созданий. Позже эксперты определили, что рептилия умирала, поэтому ее, к сожалению, пришлось усыпить. У крокодила обнаружили глубокие раны от огнестрельного оружия. Видимо, кто-то решил расправиться с надоевшим соседом. По словам ученых, крокодилы достигают таких огромных размеров только в том случае, если держатся подальше от людей.